Получить удостоверение «Динамовца» мечтает каждый подросток, который занимается в стенах спортивного комплекса «Динамо». Ребята, представители 4 отделений художественной гимнастики, полевой стрельбы, тхэквондо и дзюдо, с особым волнением ожидали торжественного ритуала – вступления в коллектив. Порядка 100 школьников вместе с преподавателями собрались на праздничной линейке. Напутственные слова и пожелания успехов озвучили многочисленные гости, среди которых почетные «Динамовцы», олимпийские призеры, а также брестские спасатели. Это мероприятие, которое у нас сегодня, но самое торжественное, самое приятное – это прием в коллектив «Юный Динамовец». Дети в сентябре приходят к нам, обычные дети, а уже в мае месяце это уже спортсмены, которые не только неоднократно проходили медицинское обследование, которые уже на некоторых соревнованиях, небольших, маленьких, уже заняли призовые места. Мы только за такие мероприятия, за совместную работу по повышению нашей общей культуры и по повышению здорового образа жизни. Сегодня основу коллектива «Юный Динамовец» составляют подающие большие надежды спортсмены. В школе занимаются более 400 учащихся в 48 группах. За период существования учреждения опытными наставниками было подготовлено 14 мастеров спорта международного класса, более 100 мастеров спорта Республики Беларусь. В составах национальных команд Республики в 2016 включено 15 человек. Цифры говорят сами за себя. Сегодняшние динамовцы, следуя примеру старших товарищей и именитых чемпионов, стремятся покорять свои вершины. Успехов я достигла уже больших. И я не знаю, я хочу стать не то чтобы знаменитой, просто я хочу уметь стрелять. Ну, не так, как бегать, допустим, прыгать. Просто я хочу научиться чему-то. Теперь я динамовец. Это уже хорошо. Значит, дальше я буду добиваться еще лучше чего-то. Популяризация различных видов спорта сказывается, потому что все-таки развиты и социальные сети, и интернет, и родители общаются в сети, поэтому это как реклама своеобразная. Поэтому ведут детей все-таки очень. Сейчас молодое поколение родителей очень настроено на здоровый спортивный образ жизни, это очень радует. Перед тем, как получить членские билеты, ребята прочли клятву юного динамовца, пообещали хранить и приумножать традиции, заложенные в данной структуре. Затем почетные гости торжественно вручили ребятам документ, что ознаменовало их спортивный старт, дало стимул для будущих достижений. Торжественная церемония принятия в коллектив «Юный динамовец» прошла в рамках акции «МЧС. Не оставляйте детей одних» программы мероприятий. Уместно разбавили сюрпризы, подготовленные спасателями.